А подскажи, посмотри в телефоне. Кто сказал, что природа не имеет разума? Вот мы купили два этих кустика, брида, по-моему, называется клубника. И стояли они в пластиковых баночках с землей. А рядом на столе стоял цветок. И вот этот ус потянулся к горшку с цветком, к земле. То есть в них заложен, ну, не знаю, что как назвать. Я в роспачи. Тяга к жизни, разум какой-то. Что он чувствовал, где земля, где ему будет хорошо. Он искал вот этот ус клубничный, землю, чтобы продолжить жизнь. Вот мы посадили клубнику. На той неделе 70 кустиков, посмотрим. Весна покажет. Там уберется все. Вот такие измышлизмы из жизни растений. Вон рыжий. Рыжего видно далеко. Ходит, поел, теперь ходит со Светой. Свекла еще стоит. Ботва ждет моих рук. Но мне надо на мастерскую. Никуда ботва не денется. Сморода. Самое удивительное, что слива пустила цветы, показывал. Всем добра.